Более 200 рабочих. Шум спецтехники не затихает ни на минуту. Это одна из главных строительных площадок в Одинцово, поликлиника Центральной районной больницы. Строительство ведут параллельно на двух объектах – реконструкция старого здания и возведение нового. В первом уже завершены черновые работы. У нас остается тепловые сети и ливневая канализация. Для, скажем так, возведения проектируемого корпуса у нас уже все готово. Рабочие заливают бетонную подготовку, после этого идет фундаментная плита и, соответственно, колонны, каркас здания до кровли. Два корпуса рассчитаны на 1500 посещений в день. В них начнут работу терапевтическое, эндоскопическое и хирургическое отделение, стоматология и своя лаборатория. Также расширится список узких специалистов. Это учреждение, оно будет работать на стационар замещающих технологий. Мы здесь поставим еще один аппарат, компьютерный томограф. К поликлинике прикреплено более 50 тысяч жителей Одинцовского городского округа. Это социально значимый объект. У нас основная задача еженедельно теперь контролировать ход строительства, чтобы в декабре 2019 года такой важный социально значимый объект не только для города Одинцова, а для всего округа появился, чтобы здесь оказались не только здания, корпуса и сооружения, но и вовремя пришла мебель, техника. Посмотрели ход работы наших строителей, и мы считаем, что, конечно, это очень важно для нас. Люди очень ждут, и поэтому я думаю, что у нас будет самый красивый и самый оснащенный объект. Уже в июне этого года планируется завершить реконструкцию существующего здания, а к декабрю сдать оба объекта с благоустроенной территории. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».